Продолжаем выпуск. Подведены итоги республиканского этапа 9-го всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Организовала его Госдума совместно с Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи интеграции. Церемонию награждения провели в парламенте КБР. На конкурс было представлено более 30 работ, 11 удостоены призовых мест. Лучшие проекты представят на заключительном конкурсе в Москве. Авторы – школьники, студенты, аспиранты и представители молодежных объединений. Как признался лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Кибеков, конкурсанты удивили глубиной познания в области законотворчества. Кантемира Яхутлова он отметил отдельно, добавив, что его работа опередила время. Статью о вывозе мусора Госдума только собирается прописать в жилищном кодексе, а Кантемир уже обозначил механизм ее реализации. Вывоз мусора законодательно сегодня включен в статью 154 жилищного кодекса РФ, в связи с чем возникают некорректные правовые отношения между поставщиками коммунальных услуг и потребителями. Над проектами ребята работали не только со своими преподавателями, но и с депутатами. Они осуществляли научное руководство. Так что дипломов удостоились и сами парламентарии. По словам первого вице-спикера Руслана Жанимова, конкурс показал, что в республике есть молодые люди, способные в дальнейшем стать политическими лидерами.